Дорогие друзья, речь пойдет о таком важном продукте, как MSM-сера или биологически активная сера компании Международный Кораллов Клуб. Мне очень приятна сама мысль о том, что технологи и производители компании Кораллов Клуб одни из первых обратили внимание на то, насколько важен дополнительный прием этого вещества, потому что сейчас уже на протяжении нескольких лет различные компании копируют, ну то есть не копируют, создают, конечно, по-своему, в виде добавок, в виде той или иной концентрации, но на протяжении 7 или 8 лет этот продукт был эксклюзивным. И почему он важен, в этом коротком видео я как раз расскажу. Значит, друзья, сера, по сути, она входит в состав белка коллагена. О коллагене мы слышим часто от косметологов, они говорят, чтобы поддерживать тонус, пудра кожи, чтобы она была всегда молодой, все хорошо с ней было, чистой, чтобы она была необходима, чтобы коллаген был в нормальном количестве в организме присутствовал. Так вот, друзья, основным каркасом, который поддерживает коллаген, то есть вообще основным каркасом для всех тканей, для всех органов в нашем организме выступает как раз-таки вот эта вот сера. И когда мы в рационе питания кушаем, допустим, морепродукты или бобовые, вот там сера как раз присутствует. В остальных источниках питания из пищевых продуктов это практически, ну, в микродозах, можно так сказать. Как раз таки серу и добывают из морской воды, но очень такое хорошее преимущество именно вот эта сера, она не имеет никакого чесночного неприятного запаха для многих и применяется в дозировках, ну, в зависимости от степени поставленных задач, так сказать. Потому что применять его можно и в противопаразитарных программах, и в профилактических целях, и, в принципе, как продукт практически вот для ежедневного употребления. В каких ситуациях, друзья? Ну, я уже чуть выше пояснил. Каркас для всего. То есть сократительная способность мышц, гибкость, эластичность связок, поддержание тонуса внутренних органов. В конце концов, от этого зависит наша молодость и красота, и долголетие в том числе. Когда проводили исследования, ученые выяснили, что сера способна утилизировать из организма соли тяжелых металлов. И даже есть такой народный рецепт, когда вы отравились, к примеру, там угарным газом, где-то там были в шумном, душном, пыльном городе, когда была жаркая погода, и не очень важно себя чувствуете, чувствуете уставшими, буквально 2-3 дня применение MSM-серы способно избавить ваш организм от всяких вот этих выхлопных газов, от солей тяжелых металлов, очень хорошо сера утилизирует. Это раз. Второе, наиболее частое ее применение, это, как я говорил выше, противопаразитарная программа. Почему? Дело в том, что сера способна, во-первых, защищать клеточную мембрану от проникновения токсинов. Это очень важно. Она способна очень глубоко доставать из межклеточных пространств те же самые токсины и выводить наружу. Зачастую это, кстати, даже проявляется на коже, когда выскакивают там мелкие-мелкие там бородавочки или папилломы, которые через какое-то время они просто отсыхают, отпадают и все. То есть это хорошо, что это выходит наружу, потому что лучше это будет так, чем это будет законсервировано внутри, и мы об этом не будем знать ничего. Очень широко применяется, кстати, по поводу противопаразитарных, в кишечнике, слизистая кишечника выстилается таким тонким слоем с помощью этого продукта, который способен препятствовать удержанию паразитов на стенках кишечника. Это очень важный момент. Сера способна расщеплять, растворять яйца паразитов, яйцеглист, то есть яйца скорид там, или прочих там, неприятных вещей. Дальше. Очень хороший продукт для профилактики и для терапии, в том числе проблем с молочной железой у женщин. Применяется в комплексных программах. Это один из моих любимых продуктов, потому что я употребляю, допустим, там, ну, приблизительно там, одну банку серы там, в сезон, или же там 3-4 банки в год я принимаю, потому что знаю, что поддержать тонус, поддержать состояние моих суставов, связок, фасций способен вот этот прием дополнительно вот этого продукта. Что еще? Очень хорошее средство, как бы сказать, от храпа. По каким причинам это все возникает, там разные теории, там провисание мягкого неба, там неудобная поза, заложенность носа, там искривление перегородки, все что угодно. Но, друзья, берем пипетку, открываем капсулу, размешиваем с водой серу и просто закапываем в нос. Через какое-то время такой неприятный симптом, он пропадает. На самом деле, друзья, не стоит недооценивать храп, потому что когда человек во время сна замедляет свое дыхание, когда у него там заложенность, и он недостаточно обогащает организм кислородом, а что такое недостаточное обогащение? Это гипоксия. А это человек проснулся, он не выспался, потому что организм не работал в нормальном режиме. То есть не стоит это недооценивать. Для всех, у кого есть храп, вот этот продукт очень-очень рекомендую. Но прежде всего, конечно, лучше очиститься, убрать застой из кишечника, потому что храп – это следствие также неправильной постановки, вернее, неправильного положения диафрагмы в организме, в том числе. Так что, друзья, все делаем последовательно. Сера является
одной из любимых добавок многих людей, особенно, в частности, женщин. Потому что решение вопросов поддержания молодости и красоты, это является, ну, практически самым актуальным для каждой женщины. Также научно доказанный факт, что у всех людей, у которых есть сахарный диабет, резко снижено количество серы в организме. На 100% причин происхождения сахарного диабета официальная медицина еще не знает, но 100% отмечено, что у всех, у кого наблюдается повышение уровня сахара крови, наблюдается также резкое снижение содержания серы в организме. Так что, дорогие друзья, я полагаю, что эта добавка является одной из самых важных в нашем рационе. Желаю вам испробовать ее свойства только посредством личного применения, потому что практика есть практика, как говорится. Ну а пока что доброго здоровья, до новых встреч!